Полсотни одесситов получили государственные награды Украины. Церемония прошла в оперном театре. Награды от президента получили деятели науки, культуры, медицины, образования, а еще предприниматели, военные и волонтеры. Кристина Немченко далее. Зал оперного театра переполнен. Здесь спортсмены, врачи, педагоги, работники культуры и образования, строители, общественные деятели, военные и не только. Вручить государственные награды выходит новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. Вот это объединение, оно нам четко показывает, что вот только вместе мы в состоянии действительно построить сильное государство, которое будет занимать достойное место в мире. Александр служил в зоне АТО. В Луганской области выполнял свой воинский долг. За это получил благодарность от президента Украины. Насправді дуже круто. Одне діло служить в армії, там вроді здається, що там складніше, насправді тут складніше. Там у нас все простіше, тут камери, от, знімаєте, це не так зовсім просто, так же само, як і вийти на сцену. Тому емоції просто переповнені, насправді дуже приємно. Светлана сегодня стала заслуженным деятелем культуры Украины. Говорит, что получить награду в оперном театре для нее особенно трогательно. 10 лет подряд она работала здесь в декорационном цехе. Сейчас трудится в Одесском театре кукол. Я переполнена чувством благодарности к людям, которые творили вместе со мной. Это режиссеры, это актеры. Хочется, конечно, сказать очень много добрых слов своим преподавателям, учителям, наставникам. Почетное звание получили сегодня 7 человек. Еще 4 наградили знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью 25 лет независимости Украины. Всего же ордена, медали и почетные грамоты президента Украины получили порядка 50 одесситов. Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал.